Здравствуйте! Сегодня у нас серьезное видео. Сегодня я буду учить свою двоюродную сестру Каролину, которая приехала к нам из Донецка, учить завязывать кыргызский джоулук. Но сначала легче научиться, когда с шапочкой. Бери, пожалуйста, одевай шапочку. Джакши. Молодец. Так. Выбираешь какой платок? Вот этот, что на мне был только что, или вот этот? Этот, кстати, сложнее. Его надо... Вот можно вот этот. Так, смотри. Вот показываю на... У меня тут есть такой сейчас... Тоже длинный, тут где-то был. Куда он делся? Вот, у меня тоже есть длинненький. Сейчас. Я уже без шапки умею. Я уже в этом плане, то есть, профессионал. Накладываем вот так. Потом два конца вот так назад. Это показываю самый легкий вариант. И оставляем вот тут местечко. Видишь, вот такое местечко? Куда мы просовываем другой кончик платка. Вот этот лежит у нас напереди, чтобы не запутаться. И тянем. Так, а второй... Ну вот, тянем. Можно оставить, в принципе, вот так. А можно еще, я вот, ну это я потом уже научилась, раньше у меня падали, можно делать вот так. И потом вот этот кончик, вот этот самый первый, который джоулук я научилась, он был вот таким. Вот примерно вот так получилось. Это именно самый такой элементарный. Всем. Шапки испугалась. Как страшно. Страшно? И куда? Сюда? Ну, вот туда вот запихиваешь, вот туда, под веревочки. Они же у тебя там крепко держатся. Первый раз ты не расстраивайся. Может оно упасть. Потому что у меня тоже много раз падало. Но все-таки наш кыргызский народ, он характеризуется такой чертой, как сабыр, то есть терпение. Поэтому... О, ну куракар сказать. А что мне белая шапка шиту? А, о. А что это? Ну да. А, это платок. Ну, оно как легче, когда с шапкой. Вот так вот. Настоящий кыргызский образ. Всем привет. Всем пока.